Выражение гражданской позиции и сохранение исторической памяти. Сургут в шестой раз присоединился к международной акции «Диктант Победы». В городе работало более 20 площадок на территории школ, нескольких вузов и организаций. Участникам предстояло проверить знания по истории Великой Отечественной войны. В тесте 25 вопросов на военно-историческую и региональную тематику. На выполнение заданий участникам давалось 45 минут. Эта акция проходит в 60 странах, да, зарубежных странах. Акция проходит шестой год подряд. Проходит под эгидой «Единой России». Для нашего поколения, для молодежи, которая сейчас находится в гуще наших событий, это очень актуальная акция, потому что мы должны знать свою историю, мы должны знать историю своих предков. «Диктант Победы» единовременно написали по всей стране 1000 человек. К слову, каждый из них получил сертификат участника. Для старшеклассников, ответивших правильно на все вопросы, предусмотрен бонус. Они могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. По словам сургутских школьников, справиться с заданиями без углубленного изучения истории было сложновато. Результаты тестирования станут известны в июне этого года. «Диктант Победы» – одна из таких акций, в которой наш город очень активно участвует. Хочу поделиться цифрами прошлого года. Очно поучаствовало 2000 ребят, а онлайн – не только школьники, но и взрослые, и представители предприятий, организаций – практически 12 тысяч. То есть вот только в этой акции такое активное участие приняли сургутяне.